Дорогие друзья, мы продолжаем прохождение DLC-шки Ведьмак 3 Каменные сердца. Нужно фрау помочь найти колечко, поскольку она его нихера не видит, походу, или сережку, что он там у нее упал, а хер его знает. Сейчас было бы очень уместно песенка «Колечко, колечко, кольцо». Мы его петь не будем, к сожалению. Я, может, к лучшему. Вот, птички, куда вы? Погодите, не бойтесь, Геральт. И Геральт хороший. Кто-то насрал тут в углу. Фу-фу-фу. А, это вино. Разлитое вино. Ничего больше. Разлитое вино... What the fuck? Бабулька нас хочет изнасиловать, боже мой, закрывай дверь, Геральт. Беги, спрыгивай с балкона. Тут ведь нет никакой сережки, правда? Боже мой, беги, она тебя изнасилует. Старая развратница, посмотрите на ее морщины. Тогда прошу, графиня, объясните, в чем дело. Только без шуток. Я хочу тебя, Геральт. Прошу простить. А, нет. Я... Надо, я не угадал. Как это неловко. Я угадал, смотрите, она сейчас... Вы знаете Весемира? А, Весемира, о. Он немного ниже вас, носил усы. Знаю ли я? Он научил меня всему, что я знаю. Ну, больная что тема, вы? Весемирушка. Как он сейчас? Могу я спросить? Давайте вспомним, что ее связывало. Можете. Но прежде, расскажите, что именно вас связывало. Романтические отношения. Никому я не говорила об этом, но... Хорошо, я расскажу. Бабуль, давай-ка побыстрее, покороче. Да ёптить, зимой началось. В Оксенфурте завелась какая-то бестия. Это был Флейдер, кажется. Объявили награду, в город приехал ведьмак Весемир из школы волка. Он искал следы чудовища возле нашего имения. Между нами сразу пробежала искра. Я послала ему записку с гувернанткой. Потом он приходил тайно, каждую ночь. Но однажды отец что-то услышал. Весемиру пришлось поспешно уйти. Он даже не успел забрать доспех. А, так вот оно, начало вашей коллекции. Да, и конец нашей любви. Отец выписал на него гончий лист, меня спешно выдали замуж... К счастью, мой супруг умер молодым, оставив мне приличное состояние. И вот я живу воспоминаниями. Хрен его жить воспоминаниями, мать, ты знаешь об этом? Боюсь вас огорчить. Прошу, скажите, он умер как ведьмак? Ну, как настоящий мужик, ё-моё. Нет, он умер как герой. Вот. А я о чем? Как? Мэтт, тут ему уже не, надо, не нужна спасибо была бы. Спасибо за то, что вы благородно терпели выжившую из ума старуху. Не говорите так. Я стара и богата. Могу говорить, что хочу. А сейчас, прошу, оставьте меня одну. Я вернусь на аукцион. Эх, мать, ну как хочешь. Надо не фиг Всемиру уже не пара, посмотрите, все морщины, все висло и болтается, фу. Нахрен, ну как прям баба в этом, блин, в этом, в бане, это ужас был, это, блин, были самые трудные минуты моей жизни в этой игре. Зачем кому-то вообще вырастать до таких размеров? Здравствуйте, месье. О, телочки. Гилберт, сколько лет? И позволь тебе представить, мой друг Геральт из Ривии. Геральт Ривийский. Здравствуйте, очень рад. Ну как, уже решил, за что торговаться будешь? Да нет, куплю, что понравится. Парадное что-нибудь. На стену повешу. Нильфгард, я угадал? Простите? Твоя колода для гвинта. Нильфгард, верно? Ну ж какой ты! Ну да, у меня Нильфгард, давайте не будем его путать. Не стану спорить. Ха, я так и знал. Спорю, ты не из тех, кто согласится на ничью. Скажу тебе по секрету, Гилберт, что Геральт игрок отменный. Отменный. Не надо, не надо. Аукцион начинать еще не думают. Так может, того? Партеечку? Да ну идите в жесткую партеечку, опять деньги просирать. Давай в другой раз нахрен. Прости, может, в другой раз. А, как знаешь. Пойду хоть поем. Вот те черные шарики не ешьте. Странные они какие-то.
Эх, побрезговать икрой коверской белуги. Воистину бисер перед свиньями. Идемте, Геральт, поговорим еще с кем-нибудь. Вспомнил аукцион уже, все, уж хорошо с ними трындеть, что-то, дождаться начала аукциона. Уважаемые дамы и господа, аукцион вот-вот начнется. Прошу занимать места. А кто вещает? Наконец-то. Пойду вниз. Вперед, иначе ничего не будет видно. Поспех улучшил. А почему время идет? Слышь? А, мечи же, да, я стал мечи. Точно, точно. А я-то думаю, что за херь? Аукцион, что же там будет? Что там будет продавать? Что? Какой там супер зверский меч, там меч джедая, там меч Дарта Вейдера или маску Дарта Вейдера. Проходить этот аукцион. Сначала продадут или нет 3 лота, а потом перерыв. Потом перерыв. Может быть, тогда и появится Хорст Барсоди, и я вас друг другу представлю. Тут подолгу, гандон какой-нибудь. Кстати, как там ваши финансы? Будете делать ставки? Конечно буду. Нет, я воздержусь. Если только дашь мне взаймы пару сотен, то, конечно, буду. Разумеется, буду. Раз уж мы с тобой здесь оказались, грех не развлечься. Так и знал, дружище. Позови хоть чем стоящее, будет интересно. То можно будет чем-нибудь прикупить. Достопочтимые гости, рад приветствовать вас. Начнем торги. Ага, уважаемые да. господа, лот номер 1. Латунная статуэтка из коллекции овеянного дурной славой графа Рамиллы. По слухам, внутри нее скрыто сокровище. В чем, однако, можно удостовериться, лишь уничтожив эту прекрасную вещицу. Ага. Начальная цена всего 50 крон. Всяк... Кто больше? Я его больше. Милость Гилберт, 100. А я? Графиня Миньоль, 150. А я, блядь? Я слышу 200. Господа, кто даст 200? Да я дам 200, ё-моё. 200! Его милость с белыми волосами! Будет ли 250? 200 раз, 202, 200... Да! Графиня Миньоль дает 250! Кто даст 300? Ты охуел, слышь, мать ёма, блядь! Я хочу эту статуэтку! Да! У нас есть 300 раз! Кто-нибудь даст больше? И 2! Кто больше? Не надо, не смей, тварь! Да. 303, лот номер 1. Таинственная латунная фигурка уходит сударю с белыми волосами. А теперь лот номер 2. Картина молодого новиградского художника Ван Рога «Звездная ночь над Понтером». Очаровательно. Начнем торг с 20 крон. Да, в жопу. Дамы и господа, кто же даст 20 крон? Не делать ставку. Я удивлен. Неужто никто не очарован, почтенные гости? Такой яркий, самобытный стиль. 10 крон. Кто-нибудь даст 10? О, а вот и покупатель. 10 крон раз, два и продано. Его милость Яромир становится обладателем звездной ночи над Понтером. Я просто не знаю, тут безлюш какая-то. И что сейчас будет? Что сейчас будет? Наверное, что будет сейчас очень хорошее, красивое. Дамы и господа, очки? Переходим к лоту номер 3. Редчайший предмет. Очки в золотой оправе с линзами из горного хрусталя, любовно обработанные маленькими ручками гномьих мастеров. Некогда принадлежали знаменитому наемному убийце, профессору. Давайте возьмем. Начнем с 200 крон. Ваши ставки. Мастер Гвинта Гилберт дает 250. Это охуел, слышь, хорош. О, воу! Прекрасно. Вальдемар Иванович Зайцев дает 300. Вальдемар Иванович Зайцев. 350 нахрен, давай. Дамы и господа, сударь с белыми волосами дает 350. Кто рискнет перебить столь щедрое предложение? 350 раз продано сударю с белыми волосами. Бесценные очки, пусть же они вам верно служат. Ей. Такой волнующий аукцион. Первые 3 лота пройдены. Объявляю небольшой перерыв, после чего мы продолжим. Да, нет проблем. Слушай, вот эта сова, вот эта вот статуэточка, вот эта вот птички, вот я больше чем уверен, что она что-то нам даст. Я думаю, я не уверен, но я так думаю. Надеюсь, что даст. Геральт, смотрите. О, Хорст Барсоди. Идемте, пока его никто не заболтал. Но теплого приема не ждите. Дай синхрон, потому что они все богатые, все гандоны. Яблочко взял, выкинул. Нормально, что на оплаге. Пофиг. Привет, Хорст. Познакомься с моим добрым другом Геральтом из Ривии, который... Явился незваным. Оу.
Вот именно, серьезное упущение. Да, серьезное упущение. Надеюсь, этот казус не бросит тень на наше новое знакомство. Знакомство? Не воображай себе слишком много, бродяга. Во-во, слышь, блин, петух. Думается мне, господа, вы не с того начали. Может, если мы вместе поднимем тост за... Что тебе от меня нужно? Если это дело к ночному не отвалит, скажет, типа, отвали. А в доме Барсоди какого-нибудь другого Барсоди, с которым я мог бы побеседовать. Чуточку менее обидчивого. Геральт, аукционный дом Барсоди был основан двумя братьями, отцом и дядей Хорста. В нынешнем же поколении... Это я и только я, так что к делу, сейчас же. Жирный ублюдок, я тебя, блин, скорее всего, буду тебя грабить. Верно, хватит дипломатии. Видишь ли, я должен взять дом Максимилиана Барсоди, что бы это ни значило. Что? Откуда ты о нем знаешь? Господа, сохраняйте хладнокровие. Нет нужды повышать голос. Откуда ты о нем знаешь? Отвечай. Ого, ну-ка. Откуда? Давайте прикольным, что ли. От Ольгерда фон Эверика. Знакомое имя? Да. Стража, вывести ведьмака и не впускать, даже если явится под ручку с иерархом Хемельфартом. По правде сказать, это был просто невинный вопрос. Еще хоть слово, и мои счета перейдут к твоим конкурентам. Друг, мне жаль, но... Да ладно! Не стоит ждать стражников, Хорст. Я выйду сам. Не припомню, чтобы давал тебе право выбора. Стража, на улицу его! Право выбора? Ну ты гандон. Надеюсь, мы его убьем потом. Походу, придется грабить. Ну, же до этого ваши говорили, что тут точно. Закон обязывает их вернуть. Но закон не говорит, когда. Так что сперва мы вашей милости как следует вломим для порядка. Ой, дурак, ой, зачем? А, и правда, место встречи элиты. Давайте. Чудно. Хорошей разминке я всегда рад. Слева, справа и поебалу, поебалу! Что, драться расхотелось? Петуханой, давай, первый, иди сюда. Первый, блядь! Кусается волчишка. Слышь, блин. Да какого хуя, слышь, что за говно вообще? Вообще, блин, ё-моё, хрен уйдешь от удара. Все. Слава тебе, Господи. Может, убьем их еще? Закон предписывает вызвать к раненому лекаря, но не говорит, как быстро. Так что придется потерпеть. Хоть с мечом, хоть просто так, изуродует ведьмак, да? Так оно говорится. Это что за хрен? Мне нынче недонародных мудростей. Ты еще кто? Музон так изменился. Если пойдет как надо, я твой союзник. И зачем ты мне нужен? Взять дом Максимилиана Барсоди. В одиночку ты к нему даже близко не подберешься. Откуда ты знаешь, что мне нужен дом? Я был на аукционе, инкогнито. Ваш скандал нельзя было не услышать. Тогда к делу, если можно. Чтобы заполучить этот дом, нужно попасть в сокровищницу Хорста. А добром он тебя не пустит. А лед? Это плохая идея. У тебя найдется получше? Отыщи травника под Оксенфуртом. Спроси у него вытяжку из кровавника. Он поймет, зачем ты пришел. Если втянешь меня в какую-нибудь... Увидимся. Надеюсь. Подглядывает нехорошо, жирный ублюдок. О, Кайна.
куда-то там подтягиваться, куда-то к чему-то, зачем-то, почему-то. С дороги, ублюдки! Ведьмак идет. Так, а нам куда идти? К дому травника по таксифуртам и назвать пароль. Назвать по-блинский, блин. Так, рюкзак. Где это чудесное, чудесное, замечательное, прекрасное, я бы сказал. О, очки. Че, их можно надеть, что ли? Да ты гонишь. Япона, мама. Ну ты прям мажор. Так и будем ходить. Так, и, блин, так, этот предмет, значит, получается, нельзя одеть. Это задание, он, походу, не нужен. А что это за предмет? Да, обычный предмет, необходимый для задания. Предмет, необходимый для задания? Статка графа Рамилы. Обычный предмет. Тоже магический бездушный. Бездушка от Йеннифер. Странно, для чего она нужна? Статка графа Рамилы. А давайте попробуем все-таки пойти к кузнецу и попробуем ее сломать. Просто чисто позырим, что с нее может упасть. Давайте посмотрим, то что это даже очень интересно. Так, здорово. Приветствую еще. Да, поболтать, вся фигня, бла-бла-бла. Покажи, что у тебя есть. В очках, конечно, просто он шикарен. 38 левел, не подходить. Ну ладно. Не подходит, так не подходит. Че, не будем плакать из-за этого. Так, а давайте продадим ему что-нибудь. Он у нас именно делает броню. То есть броню ему можно будет, штаны и всякую хрень недостаточно. Ах ты бомжара, ты вонючая. Бомжара. Тебе не стыдно вообще, а? Со мной разговаривать после этого. Ремесло, починку, давайте починим все. Убрать улучшение, разобрать. Где эта сова? Где эта сова? Дайте мне эту сраную сову. Она же должна быть здесь. Да, вот она. Завещание графа Рамила. О, я так и знал. Их окружающие крышаты ключи. Я так и знал. Да говно просто разберем. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. А вот и плюшки к нам пожаловали. Давайте все разберем сейчас по-буренькому. Не займет много времени. Чтоб немножко разгрузить нас. Так, это тоже. Швабру тоже. Топорик тоже. Так, я не буду все это говорить, то, что я делаю, а то это немножко раздражает. И самого меня тоже. Бивни, прах. Прах нам нахрен не нужен. У, черная жемчужина. Та-да-дан-тан-та-да-дан-тан-та-да-дан-тан-та-да-дан. Сразу песня вспоминается. Угу, освистал. Поменьше. И шкурка. Ну, в принципе, все, да, ух ты, конечно, не стоит, блин, 1600. Хрен ты продашь кому за 1600. Ну, починка разобрать, лавка. Давайте попробуем продать их, что ли, если их вообще возможно продать. Это в безделушках у нас лежат они, да, 820. Ну ладно. Ах, там двимерит, блин, можно же было разобрать и получить плюшки. Будь, ну ладно, здоров. Вот в очках ты просто, блин, ну Геральт, ты красавец, ему. Прям неописькуемый. И задание новое, да-да-да-да, у нас записка. Завещание. Роберт, сын мой, если ты получил фигурку, значит твой отец покинул эту юдаль слез, чего? Я знаю, что мы... А, что мы годы не общались друг с другом, но пусть содержимое ящика, ключ от которого ты получил, хоть немного возместит тебе это потерянное время. Сокровище ты найдешь в подземелье нашего родного замка. Арнскрон, господи, твой любящий отец, граф Вальтер Майя Рамила. Читаю я как вообще пятилетний ребенок, но что поделать. Так, это темное состояние, задание выполнено.
Это получается у нас охота за сокровищами появилась, да, новая? Да, из далекого Афира. Что, нищие земля найти кого-то, кто владеет афирским языком? What? Меч, голод и предательство. Нищие на земля найти затопленный корабль, используя ведьмачий чутье. Почитать письмо брата Ансельма. Ансельма! Проклятая часовня. Обыскать подземные проходы в склепе. Темное достояние. Обыскать руины замка. Ну это потом уже охоту за сокровищами все это сделаем. Возможно, все это мы сделаем. Под запись. Возможно, под запись. Возможно, сделаем. Да дай пройти, слышь, ты гобел. Взял, встал, ё-мо, блин, вот сволочь, а. Плохой мальчик, bad boy. А тебя нахрена мы сейчас туда бежим, да, нафига все это нужно? А, друзья, продолжим следующую серию, если на канале, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, заходите в ВКонтакте. И всем до новых встреч, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.